Как вы думаете, могут ли серьезные будущие спасатели и пожарные станцевать флешмоб? Я вам отвечу – да, только если он преследует полезную для жителей города цель. Четкий строй будущих спасателей и пожарных сопровождал необычный ударный инструмент – африканский барабан. Но это только начало необычного представления. Курсанты Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям решили устроить флешмоб в одном из торговых домов города. Сегодняшний флешмоб посвящается, чтобы все наши граждане Казахстана соблюдали технику безопасности. Технику пожарной безопасности. Сегодня наше мероприятие было предназначено, чтобы набрать больше массы людей, привлечь внимание и раздать бюллетени о правилах пожарной безопасности. На флешмобе всем собравшимся горожанам раздавали листовки с правилами техники пожарной безопасности. Организаторы преследуют цель напомнить о том, насколько опасен огонь. Надо, как всегда, с осторожностью обращаться с огнем. В зимнее время, особенно у нас трубы, очищать их своевременно, показывать профессиональным специалистам. Ну и что еще? Чтобы дети, присматривать за ними, чтобы обязательно дома кто-то был. Нельзя оставлять детей дома одних рядом с электрическими приборами, ведь они могут спокойно ими воспользоваться. Нужно всегда выключать электроприборы из сети. Флешмоберы преследуют еще одну цель – привлечь в ряды спасателей и пожарных новые кадры. Именно этому обучают в Кокшетауском техническом институте Комитета по чрезвычайным ситуациям. И спасатели, и пожарные связывают свою жизнь с риском. А потому профессионализм и умение находить выход из нестандартных ситуаций здесь просто неоценим. Стоит отметить, что в Казахстане такой необычный флешмоб был проведен впервые.